вполне понятное решение Тендера. Ну, тоже в борьбе разворачивался, шайба ушла с крюка Расмуссен. И у нас вот строго первое звено против первого. Одни остаются, вторые тоже дежурят. Ержабек. Ух ты. Плотников. Блокирует Тедденбю. Еще попытка, теряет ворота Ежов. Но вытаскивает. Невероятный сейф. И причем тут Ежову на что оставалось уповать? На удачу. То, что Мартынов именно туда будет бросать. Да, сейчас оборона Витязя дала трещину. Посмотрите еще разочек.